Регионы сегодня не сильно отстают от столицы в плане развития медицины. Прямо на местах внедряются современные методы лечения, налажен обмен опытом с зарубежными коллегами и даже проводятся сложнейшие операции, в том числе на открытом сердце. С актуальной медицинской картой Джизака Дмитрий Пардаев. Это не республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии. Это его джизакский филиал. Не так давно никто не мог поверить, что в регионе можно будет проводить сложнейшие операции на сердце. Теперь это реальность. Причем на высоком уровне. Сюда из-за рубежа завезено оборудование для ангиографии, проведения коронарного стентирования, лечения ишемических заболеваний и порока сердца. Благодаря этому, к примеру, за установкой кардиостимулятора и устранением нарушений сердечного ритма теперь не нужно ехать в столицу. Сейчас чувствую себя хорошо. На протяжении 16 лет меня беспокоила гипертония. И недавно почувствовала сильное учащение пульса. Меня тут же привезли сюда и установили стент. Благодаря оперативной работе медиков мое состояние нормализовалось, за что я очень благодарна. И радует тот факт, что я постоянно нахожусь под присмотром специалистов. В центр пригласили работать и делиться опытом двух специалистов, имеющих большой опыт работы за рубежом. Проходят здесь и мастер-классы при участии российских специалистов. Цель – обмен передовым опытом. Результат налицо. Впервые в истории региональной медицины успешно проведены операции на открытом сердце, включая аортокоронарное шунтирование, имплантация сердечного клапана и коррекция врожденных пороков сердца. Хочется отметить, что буквально за последние 3 года, благодаря усилиям и руководству республики, кардиохирургия развивается семимильными шагами, постоянно открываются новые клиники, и особенно мне хочется отметить, что большинство кардиохирургов, анестезиологов, реаниматологов, воспитанники республики, это местные кадры, и выполняются любые операции, которые сейчас существуют в мире, на самом высокопрофессиональном уровне. Важно принимать адресные меры по снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, проводить профилактику и раннюю диагностику. В этих целях организованы учебные курсы по кардиологии для всех семейных врачей региона.